Audi Q5 – кроссовер, способный подчеркнуть престиж своего владельца. Как отмечают эксперты, он сочетает в себе прекрасные ходовые характеристики седана с практичностью универсала. Автомобиль подходит как для дома и семьи, так и для бизнеса, загородных поездок и отдыха. В России недавно появилась рестайлинговая версия Audi Q5. Чтобы поближе познакомиться с обновленным кроссовером, мы отправились в салон Audi города Авто. Знакомство с машиной, конечно, начали с внешних данных. В первую очередь, ну, собственно, как у женщины глаза меняются у автомобиля, фары, да? Обновились фары, наполненность их, добавился графический такой дизайн, заключенный в том, что светодиодная линия, она стала единая. Дальше фирменная решетка радиатора single frame, тоже ее такую активность подчеркивает. Ну и добавилась хрома во внешнем виде машины. Задние фонари тоже изменились, их дизайн стал тоже более таким активным. Автомобиль визуально остался таким же динамичным, при этом сохраняется изысканность. А под капотом у нас добавилось лошадок. Прибавилась мощность автомобиля, при этом уникально сохранилась и даже уменьшился расход машины. Внешний вид, по нашей оценке, машина имеет респектабельный и вместе с тем стремительный. Что касается технических характеристик, то они немногим разнятся в зависимости от модификации. Самая экономичная и менее скоростная версия – двухлитровая дизельная. Самая быстрая и мощная – трехлитровая бензиновая. У всех машин полный привод Quattro и коробка передач либо S-Tronic, либо Tiptronic. Даже леди очень удобно садиться. Все настройки рычагов управления, они изменяемые. То есть это и по высоте, и по вылету руль настраивается. Коробка передач обновилась, Tiptronic теперь у нас в некоторых вариантах установлен. Это более комфортная коробка, у нее не чувствуется переключение передач. В салоне множество полочек и кармашков, даже подстаканники с функцией регуляции и поддержания температуры. Багажник просто огромный, 540 литров. Мы специально запаслись горнолыжным снаряжением и кучей чемоданов, чтобы проверить, сколько войдет. Вошло все. Как и всегда у Audi, за комфортом, мощностью и скоростью незабытая безопасность езды. Автомобиль 21 века не мыслим без цифровых технологий. Оптимизация работы двигателя, адаптивный свет, навигация и многое другое. Audi, как всегда, на острие новинок. Среди уже ставших привычными опций можно отметить сохранение полосы перестроения, чтение мертвой зоны, а также систему Audi Drive Select. Эта система позволяет ни много ни мало менять настройки машины под настроение водителя. Основной совет – это обслужить свой автомобиль в официальных дилерских центрах. Почему? Потому что только дилерские центры обладают нужной технической литературой. У них только есть необходимая информация по конструктивным особенностям автомобиля, по ремонту, по всем процессам. А также только у дилерских центров есть специальные инструменты, съемники, приспособления, диагностическое оборудование. И еще самое важное, потому что все сотрудники дилерских центров прошли обучение различные по автомобилям именно Audi и знают все их особенности. Основной еще совет, конечно, это соблюдать правила эксплуатации автомобиля и соблюдать правила дорожного движения на дороге. Лучший тест-драйв – это постоянная эксплуатация авто. Мы не зря отвлекли отдел бизнесмена Андрея Савенкова, попросив его проехать с нами в город Авто. Андрей Петрович поделился своими впечатлениями от автомобиля. Ощущения я вам могу передать двумя словами. Чувствую себя так же комфортно, как в хорошей комфортабельной квартире. Первое, на что я обращал внимание, это, конечно, на комфорт. Но динамика этого автомобиля великолепнейшая. Когда приходится выезжать с семьей, покупать какие-то там вещи габаритные, вообще совершать покупки, эта машина, конечно, очень сильно выручает. Подведем итоги. Внешность Audi Q5 престижная и активная. Ходовые характеристики. Машина динамичная и приемистая. Комфорт настоящий немецкий. Вместимость впечатляющая. Мнение автоэкспертов об этом автомобиле подтвердили и дилеры, и хозяин машины. Евгений Немцев, Алексей Тизейкин. Вести. События недели.